Следующее видео с северной части Рузвельта, острова Рузвельта, где находится маяк. Вот так вот он выглядит. Я подойду поближе к нему. Здесь интересно, что полиции много. На входе меня проверили, чтобы у меня ничего с собой не было. Раньше такого не было. Вот здесь тоже стоит полиция. Полицейские. Здесь один, второй там. И, видимо, чего-то опасаются. Я не знаю. Ну, не могу предположить, с чем это может быть связано. Может быть, были какие-то инциденты. Но полицию я увидел только здесь. Непосредственно возле этого исторического места. Вот он, маяк. Так вот он выглядит. Люди прогуливаются, ездят на велосипедах. На этой лужайке осенью много бывает гусей. Прилетают. Сейчас не видно. Вот так вот выглядит маяк. И здесь вот у нас соединяется, получается, река, точнее, она расходится на две части. Вот здесь вот как раз-таки, где остров начинается, с северной части. Справа у нас Куинс, это район Нью-Йорка, Куинс. И другой район, это Манхэттен. Тоже два района, вот они разделены рекой East River. И на этой реке находится непосредственно вот этот вот остров. Вот так вот все выглядит. Люди здесь. Вот так вот это все выглядит. Маяк. На самом деле является историческим местом. Lighthouse по-английски. Lighthouse. И как раз таки вот написано про историю данного данного места. Вики Холланд. Так, кто-то уже запускает фейерверк. Вот там вот. Конечно, сейчас эффект так себе, не особо видно, но слышно. Вот так вот выглядит этот остров. Дальше там вот находится уже Бруклин. И даунтаун Бруклина. Так вот выглядит. Здесь вот Манхэттен. Ребята сидят, видимо, студенты. Вот такой вот остров. И очень рекомендую всем, кто живет в Нью-Йорке, или тем, кто окажется в Нью-Йорке, приедет сюда как турист, побывать здесь, погулять. Вам очень понравится. Здесь есть, в принципе, вообще все. Доехать сюда очень легко на F-трейне. И тут есть и рестораны, ну, которые сейчас, к сожалению, не работают. Есть кафешки, где можно посидеть. Просто магазины, где можно купить воду, там, не знаю, попить, если хотите. Ну, то есть здесь как бы структура такая городская. То есть тут все есть. И в то же самое время вы видите, что здесь немножко так тихо, по-своему. Но в то же время в самом-самом, можно сказать, центре или между центрами, двумя центрами большого города. Вот тоже отдыхают люди, поставили вот эти вот, повесили гамаки, отдыхают в тени дерева. Здесь рыбаки, ну, по крайней мере, вот один рыбак, и люди просто вот отдыхают, наслаждаются теньком в солнечный жаркий день. Yeah, but you can only reach this much of it. Так, запускают, по-моему,
змея, воздушного змея. Вот он, воздушный змей. Папа с дочкой, по всей видимости. Вот такой вот остров Рузвельта в Нью-Йорке. Всем хорошего дня и хорошего настроения.